Hello, начнем тренинг. Тренинг начнем с коленочек. От гравитационной гимнастики большая нагрузка на коленки идет. И это чувствуется. Так. Начнем с 20 кг. Опачки. Главное, размяты наши чресалы. Стал садиться более-менее нормально. Конечно, чудно чувствовать разницу. Раньше ты там свободно просто приседал и вставал. Я уж не говорю, что там с весом на груди и с каким весом. Это мы опустим. А потом просто-напросто встать не можешь. Седа. Целая проблема, однако. А теперь чувствую, опять чресалы упирается. Хорошо, хорошо дал. Нагрузочку без счета. Приседал без счета. Ну-ка. Оп! О! Стреляю! Как ноги упираются. Опа. Опа. Раньше-то не делал этого, ёкарный бабай. Та-ри-да-да-ри-да-дам. Еще подходим. Для суставов и для мяса. О, усилий там кровоток. Та-дарай-дарай. Та-дарай-дам. Та-ри-дарам-дай-дам. Та-дарай-дам. Рап-чу-джум-джай. Ча-ря-барим-чу-джа. Ча-ря-барим-по-по-по-по-по-по-по. Весочек растет. Это говорит о том, что тренинг идет в нужном направлении, когда весочек растет. Нету перетренинга. Та-да-ра-да. Поехали. Ляпчунджа, ляпчурумба, чарамбаримбимба. Чамрайба. Джапчурайджа. На-на-на-на. Та-да. Угу.
А ноги, скорее всего, ослабились из-за того, что поясница несколько лет, десятилетий, была не так, как надо. Просела, болела. И в результате ноги ослабли. У меня же были ножищи. Вставал с любым весом, сколько на грудь. Отбрасывать. На что-то острое наступил. То ж я то сверлил, то еще что-то делал. Металлическая стружка поставилась. И ну-с, поехали. Даже как-то легче. То ли размялись, то ли настроились. Хорошее упражнение было вот это. Напампил как раз вот эту вот часть бедер. Квадрицепсы. Будь такие ляхи. Опачки. Разминаем, разминаем. Желудочек плохо варить. Возраст, смешанное питание. До сих пор там тяжесть от обеда ощущается. Ну что, можно и прибавить. Как говорится, а почему бы и нет? Образуется в желудке воздух, воздушный пузырь, который вот и вызывает чувство тяжести. Сейчас немножечко он вышел. Жена говорит, ты слишком быстро ешь, глотаешь. Вроде бы не спешу. Отрадно чувствовать, нету никакого читинга. Только бивни тянут.
И уже сознание посылает усилия туда именно, туда. И это хорошо. Можно еще, но я думаю, хватит. Чем больше ты тренируешься и лучше результат, тем ты попадаешь в зависимость, надо больше тренироваться и тяжелее. Ну а зачем? Старикану, Цукерману. Так что тренировочки поддерживающие, а не развивающие, как это раньше было. Работали на силу, насилуя себя. В моем возрасте главное не запыхаться. Главное не запыхаться. Ну что, это 12,5. Сколько прибавим? 17,5. Подвешено. Ремешок, валенки, пол холодный. Тем более я открыл фортку вон, чтобы все это проветрить. Поэтому зачем застуживать и без того застуженные старенькие кости? Надо их в тепле держать. Ну что, вздрогнем? Уже чувствуется. Давненько не жал. Уже. Восстановим дыхание. Сердце биение. Ну и хватит. Хватит. Фух.
Главное, в охотку. Но она не пойдет. Главное, в охотку все делать. В охотку все делать. С отягощением попробуем. Пятачок. Нагрузочка поболее. И погоним. Жим лежа в валенках. Жимлю уже в валенках. Сейчас посмотрим, как пойдет. И к чему-то выйдет. Пойдем не спеша, через десяточку. Пара.
Ну вот, 80 кг. 3 раза хорошо. 5 раз отлично. 3 раза хорошо, 5 раз отлично. До этого я уже жал. На предыдущей тренировке 2 подхода по 5 раз. Но это тогда, а это сейчас. Давит вес. Ух и давит. Сейчас попробуем дожим сделать. Примерно на 1/3 движения. 1/4, 1/3 движения. Как раз тут руки работают над дожами. Другое дело. А сейчас заключительный подход, полный жимок на 70. 5, 8. Так, чтобы прочувствовать все, как работает технично. Сделаем еще один подход, чтобы снять нагрузку. Заключительный подход на 60. Фанатить не надо. Thank you.
Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!